У нас будет две машинки из набора и здесь. Сейчас увидим. Я не знаю, сколько мы тут сможем сделать. Я думаю, что мы сделаем не одну машинку. Машинка будет. Думаю, хотя бы две. А, тут написано, можно сделать 10 машин. 10? Да. Хочу 10 машин делать. Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы делаем Hot Wheels. Да, мы самостоятельно будем делать машинки Hot Wheels. Да. У нас есть такой вот car maker от Hot Wheels. И вот что-то такое вот у нас получится. То есть, получается, сами будем делать кузов, клеить наклейки и потом запускать, делать гонки из них. Да, я знаю, как делать эти Hot Wheels. А вот, смотри, вот нарисовано, смотри, есть шасси, есть эти восковые формочки для машин, и можно из них делать кузова. Да. А, и кстати, у нас мы забыли сказать, еще пакетик будет Hot Wheels. Да. Вот такой пакетик с сюрпризом Hot Wheels. Тоже откроем сегодня. Ага, вот формочки. Вот где мы будем делать кузов. Обалдеть, какая она здоровенная. Ага, и шасси. Так, вот для кузова. Заготовочки, формочки. Вот остальные шасси. Так, я вижу, сколько остальные тут есть. Шасси. Три шасси есть, да? Да. А ну. Ой, а где же сам кузов? А кузов вот. Ты не понял, Макс? Мы из этого сейчас будем делать кузов. А, вылезла из этого пакета. Ага, машинка сама выехала из пакета, да? О, вот это, я так понимаю, это заготовки для нашего кузова. То есть вот такие разноцветные тачки мы сможем сделать. Сколько их тут? 2, 4, 6, 8, 10. Вот где 10 машин. Это 10 вот этих вот карандашиков, грубо говоря. Это можно сделать разные кузовы и их потом менять. Вот эта крышка нам мешает. Макс, сейчас мы разберемся. Туда шасси мы не будем ставить. Ага. Ой. Так. Это что? Это, я так понимаю, подравнивать, подрезать, какой-то инструмент такой вот. Так, это есть. Наклеечки. Наклеечки, кстати, только для 4 машин, похоже, есть. Так, инструкция, что, как делать. Я не терплю открывать Hot Wheels. Я не терплю открывать. О, смотри. Hot Wheels Car Maker, он сказал. Видишь, вот это... Закрыть сначала. Ага, Макс, смотри, я понял. Ты спрашивал, в чем фишка. Фишка в том, что вот форма, и тут дырочка, видишь, есть? Да. Сверху. А, я понял, это надо красить вот здесь. Да не то, чтобы красить. Вот эта штука, это же не карандаш, оно же не красит, видишь, не рисует. Да. Это пластмасса, она будет расплавляться там и сюда заливаться. Да. Класс. Я уже вспомнил. Она будет сюда заливаться, а мы потом разберем, достанем. Insert mold. Mold, это, я так понимаю, вот эта фишка. Да. Какой получится у нас автомобиль, я без понятия. Ну давай. А, вон, видно, вон они, ты их вставляешь, там прозрачное видно. Ну давай, вставляй. Еще второй. А ну, до конца. Ага. Молд хочет. Car maker comes preloaded with one purple stick. Кстати, знаете, что там написано? Что здесь, в car maker, уже установлена одна purple, фиолетовая палка. Фиолетовая? Да. Дальше. Вставляем молд. Молд – это вот эта штука. У нас есть две разных этих молда. Это вот как... Знаешь, на что похоже? На что? Агент был... Агент Финн МакНисел. Вот, точно. Старенький такой седан. А это спортивная тачка. То есть старенькая и спортивная. Вот две возможных тут... Два типа кузова. Да. Да подожди, insert mold. Все время он повторяет одно и то же, да? Да. Спортивную. Вот. Спортивную первую делаем? Да. Загружаем, пробуем. Я. Это не надо, колеса потом. О,
Чтобы закрыть, надо было кнопку нажать, понял? Так, теперь что? Короче, оно сейчас начало греться. О, теперь надо ждать 5-7 минут. И после этого заливать. Это помнишь, как у нас был этот багмейкер? Мы делали жуков-червяков. Это похожее что-то. В общем, там сейчас расплавляется наш фиолетовый этот стик. А сейчас мы откроем это. Пакетик с сюрпризом Hot Wheels. Хитинг. Это значит нагревается. Там внутри оно греется и расплавляет эту штуку. Это реально, ну, как пластмасса. Смотри, какая фиолетовая. А ну покажи. Так, двухместная спортивная тачка. Крутая. И вот ее наклейка. Pony Up написано. И ее наклейка. Что такое Pony Up, я не знаю, но что-то красивое и крутое. Супер. Держи. У тебя новая тачка, новая наклейка. Получается, у тебя есть три таких вот шасси. И ты можешь, получается, вот то, что получится, на любое ставить? Да, я на красное сейчас. Ага, прикол. И потом можно их менять местами. Класс, вот это прикольно. Хитинг, нагревается. Получается, нам надо ждать, пока оно не скажет «Хитинг комплит». Смотри, ау, какая машина у меня получилась. Ага, у тебя двойная. В общем, это вылезло на шасси и с двумя колесами. Скейтборд. Да, с двумя парами колес ездит. Как должно приготовить? А вот оно скажет, когда хитинг комплит, тогда нагрелось. Написано 5-7 минут, но это достаточно долго. Хитинг. Что-то там шкварчит, шумит, трещит. Все время хитинг. Так, может, не желтую поставим сверху, может, другую какую-то? Там внутри фиолетовая, желтая. Давай какой-то другой цвет. Красный, синий. Оранжевый. Что она говорит? Хитинг комплит. Вставляй другую. Pull down handle, то есть pull down. Ждем. Complete. Starting cooling cycle. Теперь началось охлаждение. Мы пускаем. Оно теперь охлаждает тачку. Это все будет делаться от 8 до 10 минут. Это очень долго. Реально мы можем пойти пока поиграться и потом вернуться. Да. Все, оставляем, пускай само тут тебе да, охлаждается. Ну, пошли. Я посижу тут. Не, не хочешь уходить? Не хочу. Ну, хорошо, подождем, да? Интересно же, что там получится. Да. Смотрим через дырочку эту. Да, что-то смотрим, там какие-то мигают огоньки, и что-то оно там как-то охлаждает. Maker Hot. Да. Это круто. Кулинг. Это охлаждение. То было хитинг, нагревание, а теперь кулинг, охлаждение. Кулинг. Когда перестанет кулинг и скажет другое, что доставлять, да? Оно скажет кулинг комплит, то есть охлаждение завершено. А, кулинг комплит, car ready, то есть охлаждение завершено, машина готова. И двери откроются, и можно будет тогда доставать. Cooling. Cooling, да, cooling. Угу. Когда же cooling complete? Already. Ждем. Cooling complete. Car ready. И двери открылись. Это круто. Доставай. Давай, придержу. Что, не вытягивается? Е. Давай загрузим сразу новую, давай. Есть. Стик мы уже вставили. Close door. Push start button. Close door. Close door. Push button, давай, нажимай кнопку.
Есть. Все, оно пока погнало, там себе будет греть. Окей. Может, распакуем? А мы эту распакуем, да. Heating. Все, и мы сейчас уже не скучаем. Пока оно там греет, мы ковыряем, достаем машину. А, то есть лишние просто с дырочки, я так понимаю, надо срезать и вот так вот как-то повыковыривать оттуда. О, лишний мусор высыпали. И с этой стороны, что у нас тут торчалка была какая-то? Все, ты ее убрал, да? Теперь достаем? Да. А ну пробуй. Открылась! Новая тачка! А ну-ка! Обалдеть! Она еще и с блестками внутри, ты видел? То есть то, что внутри было подготовлено, эти все без блесток. А этот с блестками, этот крутой. Теперь аккуратно пробовать снимать. Ну, такая твердая точила. Оно пишет, что вот этой вот ковырялкой можно подковырять чуть-чуть, попробовать. О, есть, поднимается. Угу. Вот уже лучше-лучше. Есть! Смотри, вот кузов у нас готов, да. Нашей тачки, клево. Да. Держи, можешь цеплять, куда тебе надо. Какое ты выбрал шасси? Красное. А ну не важно, какое шасси. Шасси все прячется, видишь? Смотри, как четко. И не видно даже, что она была красная. Она стала четко вот такая фиолетовая тачка. Видишь? Тачка. Как круто. Ты сам сделал тачку только что. Вот это лишнее. Ой. О, теперь вот уже то, что надо. Держи. Heating complete. Можно запускать. Запускать? Давай, опускай. Все. Вторая тачка уже пошла остудиться. То есть пока мы тут с первой разбирались, вторая уже нагрелась и уже студится. А вот это можно почистить пока. И потом в следующий раз опять загружать. Интересно, какого цвета она получится сейчас у нас, эта тачка. Там же было и фиолетовый цвет был, и желтый тот, что ты положил. Да. Возможно, что она будет уже такая перемешанная. Cooling. Смотри, какая тачка у меня получилась. Ага, ты ее чуть-чуть вот наклеил, да? Вот здесь надо поровнять чуть-чуть. Угу, давай посмотрю. Вот, поровняй. А наклейки что-то не очень держится, да? Вот со стекла, вот смотрю, не клеится на стекло. Папа, поровняй чуть-чуть на капоте, чуть-чуть пожалуйста. На капоте. А ты знаешь, может так и пойдет? Или нет? Поровняй. Поровнять? Ну я попробую. Пожалуйста. Хорошо, я попробую. Ну вообще класс, скажи, Макс. Да. Такой кузов тачки. А это мы сейчас вторую делаем. Она будет, это спортивная, то будет седан какой-то такой старенький. Да. Ждем, когда скажет cooling complete, car ready. Точно. О. Cooling complete, car ready. Remove mold. Класс. Давай, доставай. Да, я покажу. Так, что у нас? У нас реально желтые и фиолетовые. Получается, она в основном вся фиолетовая с желтыми пятнами. Стикеры эти есть еще. Получается, из одной палки делается почти две тачки. И нажимаем кнопку. Ну, вставляй кнопку. Так молд вставленный, что ты? А. И сейчас. Нажимай. Пошло греться. Хорошо. Все, оно греется, а мы достаем тачку. Ты знаешь, не сильно и долго ждать. Это первую мы очень долго ждали. А потом, пока мы этими занимаемся, оно там себе греется. Уф! Аж в тебя выстрелило. Да. Cooling complete, car ready. Ждем. О, еще надо дождаться heating complete. Смотри, какая она получилась крутая. Да. Смотри, вот на крыше желтое пятно и на багажнике. Да. Я достаю? Да. Может, ковырялкой? А вот она у меня. А если ножиком? О, получается. Сейчас чуть-чуть спереди. И сзади. Чуть-чуть сзади, да. Хочется, чтобы не поломать.
10 тачек мы приготовим, хорошо? Хорошо, приготовим все, что можно. Ты знаешь, она не сильно и древняя такая, ну, классная. Не очень старая тачка. Не перепутай зад вперед. Где зад, там большие колеса. О, вот так вот. Тут колеса одинаковые везде. И спереди, и сзади. Смотри, какая она смешная. Да. Она реально смешная. У нее сзади сильно висит вот этот вот багажник. Да. Держи. Третья вот здесь вот. Угу. А не вот эта, третья. Heating complete. Что надо делать? Please pull down handle. Pull down handle. Please pull down plate. Starting cooling cycle. Все, оно охлаждается. Вот значки Hot Wheels я наклеил. Отлично. Лобовое стекло и значки Hot Wheels. Крутяк. И облака. По бокам. А, и по бокам, просто они незаметные такие. Да. Их было бы видно на светлой машине, на темной их плохо видно. У нас не хватает шасси на 10. Да, это будет 10 кузовов и 3 шасси. То есть кузова можно будет менять. Да, поездил с одним кузовом, поменял на другой. Cooling complete. Cooling complete. Car ready. Remove mold. А я придержу. И что тут? Все равно с фиолетовым. Желтое вместе с фиолетовым. Загружай новую сразу. Лишнюю пластмассу убираем. Желтое. Желтое. С оранжевым. С фиолетовыми куски там еще есть. Вот. Да. И оранжевого. Вот кусочки реально попали. Буквально капельки с блестками фиолетового и оранжевый. Значит, следующее что будет? Чисто оранжевое, может, уже? Да. Она как пирожок тепленький. Ну что, достаем? Папа, вот сюда наклейку я не буду клеить. Ага, и так красиво, да, без наклейки? Обрезаем лишнее. Всякие вот эти вот наплывы. Все, похоже, готово. Можно вот примерять. Это чисто фиолетовая. Угу. А у нас, похоже, это она единственная чистая. Видишь, та с желтым, это желтая с оранжевым. Ну что, я цепляю на шасси? Тебе кажется, что она единственная чистая? Да, оно так и есть. Она единственная чистая, вот эта фиолетовая. Все остальные идут уже с примесями. Да. Крутяк. Ну, классно получилось. Вот еще одна лишняя чуть-чуть. Все. Очень классная тачка. Держи. Вот у тебя уже три их есть. Смотри, видишь? И сейчас еще новые готовятся. Да. Мне нравится вот это. Разваливается, да? Видишь, это такие тачки прикольные, но они развалюхи. Они смешные развалюхи. Сегодня такая фиолетовая, завтра сразу же захотел, поменял там на другой цвет. Heating complete. Загружаем. Смотри, какая машина. Ага, она встала на дыбы, на задние колеса, да? Спортивная. Макс думал желтую делать без наклеек, она и так крутая. Но все-таки решил звезду прицепить. На капот. На капот, да. Чтобы осталось... Чтобы стекло не заклеивать, да? Да. А стекло круто получилось оранжевым. Ничего не вижу. Мы готовим машины Hot Wheels. Да, мы повара, получается, да? И печем как пирожки машины. Да. Cooling complete. Cooling complete. Новая тачка. Давай, доставай, загружай новую. Я придержу. Оранжевая. Есть. Стик какой-то поставь новый. Push button. Есть. На выпуске старое новое. Угу. Достаем новый фильм Малкольм Миттл. Все, открываешь.
А ну-ка, какой он? Он получился тоже прикольный. Видишь, оно чистое уже не делает. Оно такое намешанное оранжевое и фиолетовое, кстати, еще кусок там и желтого. Ну, в общем, оно такое прикольное. Так, достаем. Ну, похоже, все. Пробую цеплять новую тачку. А ну, давай сравним их. Вот это вот первая наша старенькая, только с желтым пятнышком. А это вот уже последняя, оранжевая. Ну, крутая, да? Этот Car Maker, это вообще круто. Только жалко, что только три шасси, да? И отдельно кузова лишние надо будет вот так вот складировать. Так, я пока почищу это. О! Heating complete. Все, оно остужается, а мы готовим форму уже для новой тачки. Тебе еще не надоело кулить и хитить? Не надоело кулить и хитить. Тачки, это круто, это у нас уже 4 штуки их. Летучая мышь. Макс уже дуреет, пока ждет, пока все там кулится и хитится. Вот это да. Есть. Да есть стиков там полно. Дальше. Двери. Окей, достаем новую. Опять машин. Да. Вот новая. Прикол, да? Реально крутая. Есть. О, новая тачка просто бомба. Она обалденная. Держи, к тебе в коллекцию. Да. Очередная тачка готова. Да. Достаем. Она у нас получилась голубая с желтым пятнышком. А, надо же новые вставить. Чего же я сижу? Красота. А мы достаем новую тачку. Вот такая она самая простенькая, да? Да. Голубая, обычная машина. Вот такая тачка у нас получилась. Давай ее примерим на какие-то шасси. Какие колеса ей можно взять? Пока будет без колес. Пока без колес, хорошо. Пускай отдыхает, идет сюда. В коллекцию. Да. О, и вот эти еще. Новая тачка. Выехала новая. Загружай. Загружаем опять. У нас без остановки процесс идет. Стиков там вроде достаточно. Давай. Есть, погнали. Что получилось? Синий с зеленым. Точнее, зеленое с чуть-чуть синего. Прикольно. О, такой вот крутой у нас автомобиль новый. Перед этим был голубой, а сейчас голубой с этим. С зеленым, больше зеленого. Держи. Тебе новая тачка и новый конус, да, тебе дать? Да. Где ковырялка? Максу нравятся конусы, что с каждой машинкой идет. Ну, доставайся. Вот такой вот конус. Ой, он чуть... Шесть конусов, а сейчас... 7-8. Этот 8. Чуть-чуть надломался, держи. 8 конусов у меня. А сколько машин у тебя уже? Я уже сбился со счета. 2, 4, 6, 7 машин у тебя. 7 конусов, значит. Новая тачка. Сразу новую. Стик там есть. Смотрим, что у нас получилось. Да. Сейчас я чищу. Сначала чищу я. Почистил. Открываем? Да. Посмотрим, что там получилось. Там вижу, даже розовое попало. Розовое? Зеленое с розовым. Это прикол вообще. Это вот. Круто. Давай, я попробую сейчас ее аккуратненько достать. Раз, два, три,
Макс. 5, я чуть-чуть, видишь, ее пережал. Не расстраивайся, не расстраивайся. Мы сделаем новую. Смотри. Первый блин комом. Точнее, не первый, но уже, короче, первый ком сегодня у нас. Я немножко перетянул и вот разорвал тачку. Вот ее разве что как-то аккуратненько. Но она прикольная все равно. Вот розовая крыша и розовый бампер задний. Скажи, прикольная? Да. Держи, ну не расстраивайся. Сейчас будет новая, розовая, кстати. Чисто розовая, это будет для Кати. Смотри на розовую. Ух ты, она такая крутая, розовая и чуть-чуть оранжевое окно. Вот это мне нравится, как спортивные получаются, очень круто. Кстати, спортивная более толстая, и она легче даже снимается с формы. Вот она, спортивная, розово-оранжевая. Наверное, будет Катина любимая, розовая. Очень крутая тоже. Это будет последний. Отлично. Все, это у нас их сколько? Два. 2, 4, 6, 8, 9. И это 10-я, то есть последняя тачка. Доставай ее. Что там у нас получилось? Какая тачка? Ой, развалилась. Я вот поймал. А что это получилось? Какой это цвет? Это смешался оранжевый и малиновый какой-то? Или там какой был? Желтый? Достаем. Вот такая вот красота получилась. Стрика прикольная. Оранжевая. Вот это самая крутая. Розовая. О, ты уже наклейки наклеил? Ну, покажи. На окне наклейка. И звезда шерифа. Heating complete. Последнюю заряжаем. Давай, опускай вниз. Помочь тебе? Нет. Давай до конца и ждем чуть-чуть. Pull down handle. Please pull down complete. Есть. Starting cooling cycle. Все, ждем, пока остынет, охладится. И все. И у нас будет 10, вот столько тачек. Да. Вот такой вот Hot Wheels сейчас. Угу. Так, у нас еще один вот с наклейкой Hot Wheels. А где тот шериф маленький? У нас еще один шериф, маленький шериф, как Макс говорит, со звездочкой. И такой вот Hot Wheels с наклеечкой. Car ready! Последняя тачка. Все, ура, мы закончили. Что интересно, мы сделали 10 тачек. Да. И у нас еще осталось 2 стика вот. Один стик вон там торчит, видно. То есть реально мы еще сможем сделать штук 5 машин. 5? Да, легко. 15 машин? Всего получится штук 15 у нас, да. При том, что у нас одна испорчена. То есть даже получается 16. Открываем. Открываем. Смотрим на последнюю тачку. Номер 10. Да. Ух ты, она крутая. У нас сегодня больше всего оранжевых. Смотри, раз, два, три, четыре получилось. Как-то так намешались цвета, что получилось много оранжевых. Есть. Папа, что? Вот это самое классное. Потому что у нее не отклеится ничего. Ага, не отклеивается лобовое стекло, да? Да. Так, вот еще тепленькая. Последняя тачка только-только вышла из-под конвейера, или как это сказать? Из подготовки. Точно. Все, Макс, у тебя 10 кузовов, да, которые ты можешь одевать на 3 различных шасси. Да. Не понравилось желтое? Снял желтую, одел розовую, например. Погнал на розовой, погонял чуть-чуть. Не понравилось? Вот это, кстати, это самое первое, оно самое клевое, потому что с блестками. Не понравилось это, одел вообще вот эту вот оранжевую и вперед. Сейчас. Вот так вот. С Максом мы сделали, забацали 10 тачек. Да. Крутяк. Крутяк. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока! Пока-пока!